Большая дружная семья Юркулевых не так давно стала еще больше. Елена и Максим Юркулевы взяли на попечение еще двух детей. Это девочки из Донецкой Народной Республики. Елена вспоминает, как в марте этого года появилась новость в группе родителей-опекунов, что есть ли семья, которая готова взять детей из Украины на попечение. Папе звоню, я говорю: пап, ты видел объявление? Видел. Ну что, ну давай. Ну и вот так вот опеку написали, что мы согласны. Это был март месяц. В мае, ну, все поспрашивают, там, когда началась вот эвакуация детей, все многие спрашивали, привезли, не привезли, будут, не будут. Ну, опека говорит: ну, пока ничего не знаем. Нету данных, нету информации, нету ничего. И в мае поступает звонок от Татьяны Борисовны, она говорит: Елена Сергеевна, нужно видеоанкета. Видео о семье, чтобы чем вы занимаетесь, для министерства. В конце мая был звонок от опять Татьяны Борисовны: Елена Сергеевна, министерство вашу анкету посмотрело, и 120 семей выбрало вас. В начале июня семья Юркулевых в первый раз пообщалась с девочками из Донецкой Народной Республики по видеосвязи. Девочки с нами разговаривали прям по видеозвонку, а они на следующий день уезжали в Крым, их везли. И надо было приехать или сегодня познакомиться, или уже после Крыма. Но мы как раз дома были, а до Топоркова тут целый час ездили всего. Я говорю: ну что, поехали сейчас. Они говорят: ну хорошо, сейчас мы, говорит, решим вопрос с министерством, с психологами там. И все. И через буквально минут через 10 звонок: да, говорит, приезжайте. И мы с девчонками прям в Топоркова туда и рванули. Приехали, познакомились. Понравились друг другу, как бы поговорили. Так Алина и Ангелина выбрали семью Юркулевых. Началось оформление всех необходимых документов. После успешного завершения этого процесса началась подготовка к новому учебному году. Ангелина поступила в Московский государственный областной университет имени Крупской в Мытищах на психолога и живет там в общежитии. Младшая Алина поступила в Дмитровский техникум на повара, и сейчас девушка радует членов семьи вкусными кондитерскими изделиями. В семье Юркулевых скучать некогда. Здесь каждый занят своим делом. Это работа, учеба, занятия музыкой, спортом и творчеством. Мы тут играем, читаем, гуляем со всеми. Занимаемся спортом. Разные все хобби. Я занимаюсь легкой атлетикой с братом старшим. Ходила раньше на художку и на танцы. Сейчас бросила. И в школу хожу на рисование. График у всех насыщенный, поэтому самое любимое время для членов семьи – это собраться всем вместе за большим столом, когда мама приготовила всеми любимые блюда, например, картошку, запеченную с мясом, или жульен, поделиться своими новостями, успехами и достижениями, а затем устроить совместный просмотр кинофильма или поиграть в «Мафию».